Друзья, всем привет! В этом ролике мы хотим затронуть один животрепещущий вопрос, который будоражит умы многих начинающих аквариумистов. А можно ли содержать разных креветок в одном аквариуме? И для начала вот посмотрите, пожалуйста, на эту красотищу. Красные, желтые, синие, черные, зеленые, всякие разные креветки в одном флаконе. Согласитесь, это очень красиво. Всю эту разноцветную радугу сильно хочется лицезреть у себя в домашнем аквариуме. Однако, как всегда, не все, слава богу, в датском королевстве. Если вы загуглите Яндекс, да пошебуршите форумы и прочие аквариумные паблики, то можете столкнуться с суровым и безапелляционным отрицанием по вопросу совместного содержания креветок разных цветовых вариаций. Почему? Да все просто. В нашем аквариумном хобби есть два популярных рода креветок. Это неокоридины и коридины. К последним креветосам можно отнести популярных креветок кристалл, красных и черных. Эту вашу мультидентату, больше известную как креветка Амана, ну и еще кого, а еще зеленую креветку Бабаулси. Ну и еще в довесок ко всем ним буратинки или креветки Пиноккио, это тоже коридины, вот и все. Вот и все, что вы из популярного сможете найти на прилавках наших зоомагазинах. И то не всегда и не везде. Зато всегда и везде, даже в самом захудалом зоомагазинчике, вы сможете найти всевозможные цветовые вариации неокоридина Давиде. Одна беда, между креветками одного рода происходит постоянное, естественное, самопроизвольное скрещивание. Отпетые мошенники пели, девушки бывают разные, черные, белые, красные. Собственно, этот попсовый музончик про наших с вами неокоридин и есть. Им вообще без разницы, с кем на самом деле заморачиваться. Красные лезут на синих, синие на желтых, желтые на зеленых. И все бы ничего, хай себе шалят и радуют друг друга своими мелочами, да только вот со временем, увы и ах, мы получаем некрасивых одноцветных креветок, как мама и папа, а так называемый негодный проброс из серо-коричневого потомства. А происходит так потому, что доминирующим у креветок является ген прозрачного и коричневого цвета. Если у вас есть две красные креветки вишни и вы их скрещиваете, это не проблема. По идее, у вас все детеныши будут красными. Но если скрещиваются, скажем, вишни с рецессивным красным геном и блюдримы с рецессивным синим геном, доминирующий коричневый ген себя обязательно проявит. И именно поэтому у вас рано или поздно все больше и больше будет невзрачно-коричневых или серых креветочек. Грубо говоря, смешивая разные цветовые вариации неокоридин, вы из раза в раз будете получать 25% потомства абсолютно дикого прозрачного коричневого типа. 50% будет ни рыба, ни мясо, то есть будут иметь отдаленные признаки рецессивного гена. И только лишь 25% потомства будут иметь хороший рецессивный цветовой ген. А как же быть, спросите вы, друзья, у вечно печального астронотуса? Отвечаю. Ну, во-первых, очень даже логичным поступком будет содержание в одном аквариуме креветок разных родов. Как бы желтые неокоридины не махали своими хитиновыми труселями, перед лицом кристаллов, например, кристаллы не такие, они гордые коридины, а не какие-нибудь там шалашовки из Тайваня. Единственное «но» — на практике отмечено, что неокоридины — это простые креветочки. Они прекрасно живут и размножаются в широком диапазоне по параметрам воды. А вот коридины, те же кристаллы, для размножения требуют только мягкую, слабокислую среду в аквариуме. То есть нужен осмос, ну или дистиллированная вода из строительных супермаркетов. Далеко не каждый начинающий аквариумист готов к таким заморочкам и танцам с бубном. Потому со временем у них кристаллы, шурша членистоногими лапками, благополучно отходят к Нептуну, а вишенки остаются и продолжают планомерное освоение освободившихся аквариумных территорий.
Следующий стратегический вариант содержания радужного компота заключается в мысли о том, что все креветки живут около 2 лет. То есть изначально, сажая разноцветный табун неокоридин, вы стопудов гарантированно 1,5-2 года будете любоваться всеми цветами радуги в своем аквариуме. А это, согласитесь, не такой-то уж и маленький срок. Ну а если уж вас очень сильно бесят серо-коричневые бастарды, их численность можно заглушить наличием в аквариуме каких-либо рыбок. Последние будут регулярно находить и чикать юных креветосов в пубертате. Закончу этот ролик мыслью о том, что ты, я, он, она, многие из нас не являются маньяками селекционного разведения креветок. Вряд ли кто-то сейчас сможет похвастаться наличием у себя суперрецессивного креветоса за 100 баксов. У всех у нас креветочки за 30-150 вечно деревянных рублей. А потому, по мнению фанфишки, одичание креветок не такое уж страшное дело, как его малюют в этих ваших интернетах. А если кто не терпит компромиссов, закину мысль о том, что в своем аквариуме можно содержать только самок одного цвета. И тогда по понятным причинам генофонд железобетонно будет однотипным. За бугром, кстати, это практикуется. Можно заказать только самцов, либо только самок. Но у неокоридин самки поприкольней будут. У нас же, если вы попросите в местном зоомагазине наловить вам только девчат красного цвета, на вас посмотрят веселый раскос и такой улыбкой, скажут, что у вас фанфишка головного мозга, пожелают крепкого здоровья, теплых уютных вечеров с аквариумом, чаем и добра, конечно, ну куда без него. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это было красиво и информативно для вас. Этот ролик был выпущен без рекламы, а потому как минимум до трещины в мониторе затыкать его лайками. Ваша поддержка как никогда важна, серьезных же и суровых фанатов просим поддержать нас офлайн донатом, ссылочка на который будет оставаться в описании под видео. С вами был Печальный Астронотус и первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Пока, ребята!